И всем ассаламу алейкум, всем дорогие друзья, с вами я, Мухаммед. В сегодняшнем ролике будет топовый контент для вас, так как это видео я очень сильно хотел поскорее снять. И вот, короче, ночью, 3 часа ночи, короче, я чекаю, там шах стримит. И я такой беру, захожу и доначу, ё-моё. Ну, я задонил где-то 5 часов утра, так что за это нужно лайк поставить, чат. Я весь ночь прям не спал чисто, ё-моё. Сделал топовый контент для вас, так что за это большой жирный лайк. Там игра у меня не шло, ну так как, потому что, не знаю, сонный был. Так что за это тоже лайк, чат. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И что я могу сказать? В этом видео я притворюсь девушкой и пройду в гильдию. Ну что ж, желаю всем приятного просмотра, приятного аппетита, если кушаете. Короче, я пошел, короче, донатить 1111 рублей. Буду топ донатить, а также буду проходить через одного шага. Так что ставьте лайки, чат, подписывайтесь на канал. Ну что ж, погнали. Через одного, сразу го. Я девушка, хочу в черноту. Айди 384 983 613. Вы не представляете, я днем так орал бы, просто сейчас ночь, из-за этого я не ору. Пранк. Давайте сейчас. Может быть, это пранк. Посмотрим. Короче, там закинул донат, все, заходим в игру и принимаем его запрос. Ой, все, короче. Сейчас он должен меня позвать, сейчас давайте подождем. Сразу зовет нас. Кажется, нас хочет чпокнуть. Алло. Так, давайте напишем. Я тут. Ну, ага. Как девушка напишу. Ага, прям чисто. Давайте напишу. Хочу проверочку. Давай, давай. Шах, дай мне проверочку, пожалуйста. Ты девочка? Ага, мне 15 напишу. Тебе сколько ли? Прям как девушка будем притворяться ему. Ну, микрофон, думаю, вначале не будет он просить включить. Так. Ага, мне 15. Хорошо. Ехал ультиматум. А ультиматум или СНС? Давайте напишем ультиматум, так как я СНС нормально играю, просто ультиматум попробую как-то. Почему ты? Да потому что ты. Ой-ой-ой. Сиди. Ой, уже комнату создал. Все, погнали, короче. Если да. Как вам выдаю? Ты, чат, не говорите, что я его пропустил. Блин, кто он? Мне интересно сейчас, блин. Она девушка, это серьезная. Так, короче, игра закончилась. Алло. Ай-яй-яй. Алло, ты меня слышишь? Да, слышу, короче. Алло, микрофон, включай, без микрофона я не буду тебя... Прими, пожалуйста, гильдию. Да не, это какая-то пранка, наверное. Ну, прими, пожи, напишу. Алло. Так. Да блин, если сейчас микрофон включу... Алло, меня слышно? А он спалит то, что микро. Это пранк ему... Прими, да я не буду принимать. Да прими, пожи. Да прими. Да ё-моё. Давайте, кажется, нужно, короче, включать микрофон, ё-моё. Давайте напишем «хорошо» и включим. Алло. Микрофон чисто. Хорошо, давай. Ну? Алло, пупсик, как ты? Это кто, чат? Скажите, чат, и напишите, кто это.
Пупсик, ты меня не помнишь? Ты моя бывшая? Да, блин, помнишь? Как же я тебя любил. Ты такая красотка была. Я тебя тоже так любил. Обидно, что я просто, что у нас ссора была. Такие подарки раздавал тебе. Просто такие сердечки моя показывал шоколадка, тебе. Ты обещал. Даже. Ты моя любимая. Люблю тебя до сих пор. Блин, да он залетел 1111 рублей закинул для пранка, прикиньте, чат. Все, удачи, я тебя не принимаю.